«Грузи и вези» — это не только бойкий призыв к действию, но и название настольной игры о лихих перевозчиках. Кубики подскажут, что именно везти, а карты определят, на чем поедет любимый бабушкин шкаф или тещин холодильник. Момент, дядя! Ну, мужики, пошли! Раздается команда «Эй, ухнем!». Игроки одновременно раскрывают карты грузовиков и быстрее выхватывают у соперников машину, которая лучше подойдет для заказа. Ну а теперь самое интересное. Играем в Тетрис с унитазами, роялями и хрупкими трюмо. Не влез фамильный гарнитур – вы оштрафованы. Плохо забили кузов – правильно, вы оштрафованы. Редкий водитель довезет груз так, чтобы неплохо заработать. После нескольких подобных заездов деньги у большинства перевозчиков кончаются, а победитель игры остается при неплохом капитале. Как говорится, грузим да возим, лишнего не просим. Спрашивайте в магазинах вашего города.